В Мурманске состоялся фестиваль национальных культур «На севере дружить», организованный Домом дружбы. Творческие коллективы Мурманской области исполняли песни разных народов, водили хороводы и читали стихи. А по соседству со сценой развернули ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства. Все это – фестиваль «На севере дружить». Цель – познакомить с культурой народов, проживающих на территории Мурманской области, послушать их песни на разных языках, научиться словам вежливости на разных языках. Например, на этой площадке. Вот вы видите стенд, да, на котором люди написали на разных языках, как их зовут. Одна из участниц фестиваля, Наталья Баршуляк, родилась в Мурманске, но благодаря маме еще с детства полюбила мелодичные украинские песни. Особенно мы любим старинные песни. Мы пытаемся не привлекать, ну как вот сейчас модно делать, современные обработки. Нет, мы стараемся не доносить ее в том виде, как она звучала вот изначально. Да, таких песен мало, но на наши концерты с удовольствием приходят и слушают вот эти вот фольклорные песни. «На севере дружить» – фестиваль, по мнению организаторов, очень важный, ведь Мурманск – город многонациональный. Тут же разные национальности, разные диаспоры тут приходят. У нас молдавская диаспора. Вот мы пришли за своих. Как бы, хотя мы живем в России, я, например, 42 года живу в Мурманске. Да, да, да. На вопрос, пойдут ли они участвовать в следующем году, многие посетители праздника отвечали – обязательно. –